Всем здравствуйте! Меня зовут Лариса, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию рубленые котлеты из печени и грибами. Нам понадобится 0,5 кг куриной печени, 200 грамм грибов, 1 морковь, 1 луковица, 3 яйца, соль, перец по вкусу и пару столовых ложек муки. Сейчас я все это измельчу и вернусь к вам. Я измельчила наши продукты. Вот так порезала грибы, морковь потерла на терке, лук порезала кубиками. И вот так порезала печень. Теперь мы все это сюда соединяем. Три яйца. Лук, морковь. Здесь у меня соль, перец. Соль, перец по вкусу. Можете еще добавить какие-то приправы, если вы любите. И перемешиваем. И в конце я добавлю еще пару ложек столовых муки. Все, наш фарш готов. Жарить я буду на сковороде под крышкой, как оладушки. Котлеты мои готовы. Вот такое количество их получилось. 0,5 кг печени. Попробуйте. Я надеюсь, вам понравится. Буду рада вашим отзывам. Пишите в комментариях. Всем спасибо. Приятного аппетита.